Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. Поздравляю вас всех с наступившим Новым годом, но сегодня я расскажу вам про новый зимний сезон, который продлится с 3 по 10 января. На острове Fortune Island вас ждет 2 сезонных выходки и 3 сезонных чемпионата. И, как и в прошлый раз, за все 3 чемпионата вы получаете одинаковые призы. За первое место против драйватаров уровня Эксперт вы получаете 3 призовых игры. А вот на основной карте вас ждет 2 сезонных выходки и 4 сезонных чемпионата, в которых можно получить целых 3 автомобиля. За первое место против драйватаров уровня Эксперт в кольцевом кроссе в Тарнхоус вы получаете призовую суперигру, 15 тысяч кредитов и автомобиль Toyota AT38. За первое место против драйватаров уровня Эксперт в кольцевой гонке в поселке Амблсайд вы получаете призовую игру, 15 тысяч кредитов и автомобиль Hudson Hornet. За первое место против драйватаров уровня Эксперт в спринт-кроссе в парке Холлируд вы получаете призовую игру, 15 тысяч кредитов и автомобиль DC3 Racing. И за первое место против драйватаров уровня Непобедимый в командной кольцевой гонке на берегу Бамбара вы получаете быструю реплику в чат «С Новым годом!». С сезонными чемпионатами мы закончили, теперь я расскажу вам про новый сезонный Форзафон. Первое испытание называется «Все выше и выше». Для его выполнения вам понадобится автомобиль категории «Экстремальные внедорожники». И все, что от вас потребуется, просто выехать из гаража. Второе испытание называется «Максимум эффективности». Для его выполнения вам понадобятся гонки категории «Автокросс». На карте они выделены зеленым цветом. А все, что от вас потребуется, это выиграть 3 гонки в автокроссе на экстремальном внедорожнике. Следующее испытание называется «Как стадо бизонов». Для его выполнения вам необходимо продемонстрировать технику крах 20 раз. Но для того, чтобы выполнить эту технику, вам достаточно просто разрушать все вокруг. Последнее испытание называется «Вольнодумец». Для его выполнения вам понадобятся знаки «Опасно». А все, что от вас потребуется, это суммарно получить 9 звезд за эти знаки. Ну, а теперь переходим к призам. Как обычно, здесь можно купить призовую игру за 40 очков и призовую суперигру за 150 очков. Из одежды в этот раз только одни легендарные валенки за 100 очков. Но зато завезли легендарный гудок «Вепря» из Хала. Из автомобилей в этот раз эпический «Морган Аэро Суперспорт» за 150 очков. Ну и главный приз за этот форзафон — это Caterham Superlight R500 Forza Edition за 275 очков. Ну а на этом все, друзья. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующий форзафон, который стартует 10 января. И поддержи меня лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий!